Hi. Привет. So, do you think Russia is a good country to live in? Россия хорошая страна для жизни, потому что тут есть все. Это очень развитая страна. Тут есть все для того, чтобы жить, для того, чтобы развивать свою карьеру, вообще просто саморазвиваться, чтобы жить хорошо. Есть очень много городов в России. Тут почти самая большая страна. Да. Да, блядь. И почему? Ну, я не знаю. Почему ты не знаешь? Потому что мне в Дагестане больше нравится жить. Я не привыкла к атмосфере России, Москвы, я не знаю. В Дагестане как-то в Махачкале лучше жить. Хорошо. Тебе нравится Россия? В России нравится, ну, работать, я не знаю, чем чуть-чуть можно заниматься, кроме как работы, приезжать, работать. Привет. Я на русском. Привет. Скажи мне, ты думаешь, Россия это удобная страна жить? Да, это весьма удобная страна, чтобы комфортно жить. Ага, и почему ты думаешь, это очень-очень удобно? Потому что я привык здесь жить, здесь вся моя родня, и я знаю нашу культуру, она мне нравится. Можно путешествовать, не выезжая за рамки нашей страны, и быть счастливым, потому что есть много чего посмотреть, много чего выучить и чего достичь. Вот. And the weather, погода. Погода. Погода хорошая. Зимой очень сильно холодно, летом очень жарко. Да, so if it is very cold. Yes. Why is it so good in the cold weather? Ну почему хорошо же? Когда всегда жарко, это тоже плохо. Когда всегда холодно, тоже плохо. Когда умеренно, все хорошо тогда. Okay, thank you so much. Спасибо, до свидания. Как я? Ты уже знаешь вопрос. Да, в России хорошо. Ага. Почему это хорошее? Потом. Давай, давай. Second, please. Ну, потому что тут хорошая атмосфера, жарко бывает местами, зарплаты хорошие. И что еще? Достопримечательности. Погода тоже? Я же сказала, погода хорошая здесь, что? Да. Что вы скажете? Привет. Привет. Как дела? Отлично. Отлично. Хорошо, хорошо. Скажи мне, ты думаешь, Россия это хорошее место для жизни? Да, это хорошее место для жизни. Почему ты думаешь так? Потому что ведется много изменений. В законодательстве хорошая, не знаю, ресурсная страна в плане для развития экономики. Мне нравится менталитет, мне нравится природа, все. И менталитет — это плохой или хорошо? Менталитет у нового поколения хороший. Угу. Ну, как я сказала, мне в Дагестане нравится больше. Я не знаю, кто там не был, приезжайте туда. Как в Москву приезжают обычно. И здесь не очень холодно для вас. Ну, мне, честно сказать, здесь погода не особо нравится. Она переменчивая, непонятная. Особенно дождик. Он... Он... льёт, да? Он... Как сказать? Он... Нет. Летом хорошо, на самом деле, а в остальные времена года плохо. Хорошо, хорошо. Окей, хорошо. Скажи мне об погоде. Ты думаешь, это хорошо или... Очень-очень жарко. Жарко сейчас, очень, да? Очень жарко. Сейчас? Сейчас нет, сейчас прохладненько. Угу, и потом будет жарко, да? Ну, завтра, да. Но сегодня температура... Это 31, это, я думаю, это очень жарко, да? Или нет? Ну, сейчас уже спало, поэтому не очень, и солнышка прямого нет. А так жарко, да. Окей. Хорошо. А что тебе нравится в России? А такой вопрос уже был.
О, я уже? Да. Смотрите, русский сложно для меня. Иногда я забываю. Окей, спасибо большое. Хорошо, Иван. Я за что тебе спасибо. Привет. Великолепно. Твои как? Неплохо, неплохо. Самое главное. Хорошо. А скажи мне, ты думаешь, Россия это хорошо для жить? Ну, в принципе, чтобы жить, хорошая страна. В принципе, у нас как бы есть все. С другой стороны, некоторые моменты можно подправить, но это мелочи. Быть счастливым человеком тут вполне себе можно. А, привет. Привет. Как дела? Отлично. А скажи мне, ты думаешь, что Россия это хорошее место для жизни? Да. А что тебе нравится? Пейзажи. И что еще? Люди. Люди. Менталитет, да, людей. А, и скажи мне, что ты думаешь об погоде? Это жарко или холодно? Это жарко. Сейчас это жарко, но... Для нас это жарко, для тебя нет. Да-да-да-да, это очень жарко. Почему ты думаешь так? Почему... Не-не-не, почему ты думаешь, что для меня это не жарко? Шуточка. Можно, да, тут? Да, это... Ну, я думаю, у тебя просто... Для тебя, я думаю, просто это нормальная, прохладная погода. Нет, хорошо, хорошо. Окей, спасибо. Ага, и что тебе нравится в России? Что мне в России нравится? Ну, наверное, конечно, все-таки это погода, это климат, это... Летом солнце, жара, а зимой как бы сугробы, альпийские курорты. То есть, как бы, у нас есть все и зависит только от времени года. Ну, береза русская, вот этот дух патриотизма, именно старого, а не то, что нам сейчас навевают. Хорошо, спасибо. Привет. Привет. А как дела? Супер, у тебя как? А, не очень плохо, но я просто устал. А, смотрите, я хочу знать, если Россия – это хорошее место для жизни. Конечно, но только... В Москве. Только в Москве? Только в Москве. Ты была в другой город? Конечно. Сколько город? Достаточно много. Много. Да. Ты была в Ижевске? Нет. Да, я была там. Ты была в Владивостоке? Нет, а можно вопрос? Ты бы жил в Ижевске? Да, я жил там почти один год. О, тебе понравилось? Да, там люди супер, супер, да. Я был в Ижевске. Ну, я был в Владивостоке, я был... я был в Нижнекамске, я был на Набережной Осинной, я был в Москве. О, а в Элисте был? Где? Элиста. Нет. А я была. Хорошо, хорошо. Итак, что тебе нравится в России? Мне больше всего в России нравится природа. Природа? И что еще? Природа и... Природа. Природа и хорошо. Скажи мне, что тебе не нравится в России? Люди. Все люди или... Ну, не все люди. Знаете, люди за границей отличаются от российских людей. Oh. Допустим, на отдыхе за границей сразу можно увидеть, кто русские люди. Ой. Окей, so racism, да? Окей. Да, да. Это все. Спасибо большое. Спасибо. Россия – прекрасная страна для того, чтобы здесь жить, потому что здесь есть очень много возможностей для развития, прекрасная природа, очень много городов, и вообще это одна из самых больших стран в мире, поэтому я считаю, что здесь любой сможет найти свое место и жить хорошо. А, привет! 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 А вы можете говорить... На английском? Чуть-чуть. А ты? No. No – это английский или что? Или no – это французский? Окей, хорошо, хорошо. Но у меня вопрос. Вопрос – это ты думаешь, что Россия – это хорошая страна для жизни? Да. А ты? Ну да. Почему вы думаете это? 14 лет тут живу, и мне хорошо. Оу,
Серьезно, а ты? 20 лет тут живу, мне хорошо. А что тебе нравится в России? Мне тут хорошо, поэтому мне все нравится. Что? Чего? Что? Я не знаю, если это от чего или что, но что? What do you like? Что тебе? Очень красиво все. Я привыкла здесь жить. Ага. И погода? Да, я привыкла к этому климату, и мне тут хорошо, поэтому. Угу. А ты? К менталитету. Не, жди. Менталитет это какой, like, менталитет? Плохой менталитет или... Нормально. Окей, and the climate, like, погода. Ну, погода тоже нормально. Это не очень замёрзно для вас? Нет, нормально. Если жить на севере, то холодно, а тут хорошо. Я думаю, что это не очень... Это не плохо для вас, потому что ты русский, mm-hmm. и русская, да? Но для меня это очень-очень-очень замёрзно. Привет. Привет. Как дела? Супер. Суперстар. Да-да. Хорошо. У меня вопрос. Я хочу знать, если Россия — это хорошее место для жизни? Да. Почему да? Потому что в России комфортно. Для тебя или вообще? Ну, кому-то комфортно, кому-то нет. Каждый выбирает по-своему. Хорошо. Но что тебе нравится в России? Атмосфера. Угу. И что еще? Только атмосфера? Атмосфера, природа. Погода? Когда хорошая, да. Угу. Сегодня у тебя хорошее настроение, да? Да, да. Зачем? Или почему? Потому что прекрасные люди меня окружают хорошим. Хорошо, но как климат в зимой, in winter, like зимой, mm-hmm. как в России? Ты думаешь, это удобно? Ну, или... не очень, потому что резкая смена климата, и зимой хочется спать, летом mm-hmm. хочется гулять, mm-hmm. и дисбаланс происходит. Mm-hmm. Дисбаланс, я не знаю это слово. Дисбаланс. Это что? Говори на английском. Without balance, yeah? Yeah. Okay, I got you. All right. Что тебе не нравится в России? В России мне не нравятся люди, которые... Украла ответ, да? Люди, которые лезут в чужую жизнь. Хорошо. Окей. Как зовут? Я забью. Катя. Катя — это обычное имя, да? Да. From Екатерина или что? Екатерина. Екатерина, окей, хорошо. Спасибо большое, Катя. Спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня.